Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня – это бусы и колье «Шафрановые грезы», которые покорили наших телезрительниц. Колье, которое в прошлый раз закончилось еще до начала презентации. По вашим просьбам, мы проводим сегодня день янтарного бренда «Балтийское золото». Мы добавляем цвет, у нас сегодня их три – светлый коньяк, медовый, темный коньяк. И, конечно же, это шикарный праздник к 8 марта, поэтому выбирайте сразу три. Ну и также есть выбор по длине, то есть мы с вами можем легко подобрать такой дизайн и легко такие украшения надеть благодаря качественному винтовому замку. Ну и, конечно, посмотрим на то, какой женщине подойдет такой дизайн и подойдут такие украшения. Я сразу могу сказать, что янтарь любят абсолютно все. Это наше сокровище, это наш камень, который нам дает тепло, который нам дает особую энергетику. Ну и, конечно, когда крупные камни, которые могут себя показать во всей красе, тогда, конечно, женщины получают огромное удовольствие от таких украшений. Знаешь, это такой эликсир молодости, эликсир красоты. Да, дорогие мои, нужно обязательно сегодня успеть. Один день, самая выгодная цена, которая ни в коем случае не закончится, если вы дозвонитесь прямо сейчас. Внимание! Во время прямого эфира целый день главное предложение дня со скидкой в 1400 рублей. Это супер цена. Подарите себе и близким целебную энергетику, красоту балтийского янтаря, настроение и улыбку. И, кстати, я себе уже подарила благодаря моей любимой прабабушке, потому что для нашей семьи янтарь – это семейная реликвия, которая передается из поколения в поколение. Причем от моей прабабушки Маруси уже мы носим, мы любим этот янтарь. И ты знаешь, каждый раз, когда я надеваю на себя бусы из янтаря от любимой прабабушки, я понимаю, что у меня появляется какая-то такая теплая энергия. Я понимаю, что в жизни у меня вот все складывается, как я только захочу. Это действительно удачная коллекция. Ну, конечно, янтарь – это тот камень, который мы любим, тот камень, который мы носим из поколения в поколение. От бабушек, от мам передается любовь, и можно любовь эту передавать и счастье от обладания янтарем своим детям. Но, как обычно, технологии ювелирные не стоят на месте. Поэтому для того, чтобы получить вот такой янтарь по самой доступной цене, здесь применены особенные технологии. Янтарь у нас здесь реконструированный. Слушай, вот, кстати, я хотела и спросить, что такое реконструированный янтарь? Это настоящий камень? Конечно, это камень абсолютно составленный из природных элементов. Так. То есть что сейчас делают? Крупные образцы найти достаточно сложно, тем более, что они будут очень и очень дорогие. Поэтому берутся более маленькие элементы янтаря, и при помощи нагрева, при помощи давления создается вот такая более крупная форма, более крупный кластер. При этом сохраняются все свойства природного янтаря, потому что этот янтарь и сделан из природных элементов. Сохраняется структура природного янтаря, и, обрати внимание, можно даже вот такую природную форму придать. То есть внутри мы видим те самые включения, те самые пузырьки воздуха, которые у нас есть в абсолютно природных дизайнах. Поэтому, дорогие мои, самое время дозвониться прямо сейчас и получить для себя лучшее. Приобретайте украшения, которые дарят вам энергию и, кстати, исцеляют от многих болезней. Это, знаешь, моя бабушка использовала, я помню, с детства янтарь, чтобы избавиться от головной боли. И я знаю, что это такой не только магнит сильнейшей энергетикой, но и целебная таблетка от всего, что называется, да? Вот если вы, дорогие мои, хотите получить целебные свойства янтаря, его нужно носить. Щитовидная железа, если есть проблемы, по мнению литотерапевтов, нужно носить, и проблемы уйдут. Работа почек, кишечника, желудка, поджелудочной, болезни в суставах, кстати, сам Василий Репин у нас всегда говорит, янтарь помогает, янтарная кислота, которая в нем содержится, но, конечно, камень счастья, камень России, камень, который усиливает интуицию и, кстати, финансовое благополучие, наоборот, именно привлекает деньги. Слышишь, какая кладезь вообще. Кстати, по поводу лечебных свойств янтаря, я тоже у себя в шкатулке нашла вот такие таблеточки, где был в составе янтарная кислота. И я могу сказать, что, прочитав про свойства, я, конечно, была поражена, потому что даже я не все свойства знала, иммунная стимулятор,
стимулятор, биостимулятор, да, природный вот такой вот элемент, это, конечно, очень важно для нашего здоровья, но можно янтарь не только принимать внутрь, можно его носить на коже, носить на теле, тем самым вы получите все те самые свойства лечебные, о которых мы говорим. Ну и, конечно, для того, чтобы янтарь можно было носить с успехом, с шиком, хорошо выбрать и вот такой объемный дизайн, очень эффектный. Лен, хочу, конечно же, сразу померить самый крупный из кабошонов. У нас 9 кабошонов в каждом колье. Шикарно. И самый крупный у нас по высоте составляет почти 2 сантиметра. А самый маленький, знаешь, я его тоже маленьким даже назвать и не могу. Полтора сантиметра. И дополнительно у нас есть еще вот такие вот небольшие бусинки, круглые, изящные, которые создают вот такую ткань, нить самого этого колье. И между кабошонами они тоже очень являются красиво. Таким дизайнерским элементом. Слушай, но поскольку у нас огромное количество уже звонков, я считаю, что день удался. Главное, самое время вам дозвониться прямо сейчас, получать еще и фиксированную доставку от 1000 рублей, если вы делаете заказ, да, допустим, две пары бус, два колье, это уже 199 рублей. Кстати, Оль, очень быстро у тебя спрошу, вообще, как понять, янтарь это или нет? Ведь могут же даже какую-то бижутерию окрасить в оранжевый, теплый, коричневый цвет и сказать, что это янтарь. Есть несколько диагностических свойств у янтаря, одно из которых это свечение в ультрафиолетовой лампе. У меня есть специальный фонарик, у которого есть ультрафиолетовый свет. Смотри, что я делаю. Я начинаю подсвечивать янтарь, и он сияет. Он дает вот то самое уникальное свечение. Это диагностический признак натурального янтаря. Пластмассы или какие-то другие имитации так светиться не будут. Кстати, те, кто работает с финансами, если у вас есть ультрафиолетовая лампа в доступе, можете сами проверить эти бусы. Ну, а я сейчас в прямом эфире вам показываю вот то уникальное сияние, которое нам дает природный янтарь, из которого этот реконструированный янтарь и сделан. Ой, дорогие мои, успевайте, 45-й, 50-й, 55-й у нас размеры есть, но главное, чтобы ни в коем случае у нас не потерялись эти бусы, это колье. Для меня сейчас самое важное, чтобы ты сказала, что действительно замочек, который надежно будет сдерживать наш янтарь. Так здесь есть два важных момента. Во-первых, специальная нить, которая использована с усилением, то есть у нас очень качественно сделаны эти бусы, и дополнительно вот такой вот винтовой замок. Сейчас я его слегка открутила, чтобы вам показать, как он действует. Ну и, соответственно, его можно закрутить очень просто. Он маскируется под янтарь, он сделан из пластика, но это сознательно сделано для того, чтобы он у нас красиво сочетался с основным дизайном бус. Ну что ж, 3 цвета на выбор, 3 длины. Подбирайте ту, которая вам больше нравится, или возьмите несколько. Да, дорогие мои, выбирайте один день, чтобы получить здоровье, красоту и магию. Сегодня день янтаря и супер цена 999 рублей.